Այսօրվանից մեկնարկվել է աշնանային զորակոչը, այն կշարունակվի մինչև դեկտեմբերի 27-ը։ Հրամանագրի համաձայն 2023 թվականի աշնանային զորակոչին կարող են մասնակցել վրասանային քաղաքացիները, որոնց տարիքը տատանվում է 18-ից 27 տարեկանային սահմաններում։ Բացի այդ, ծառայության կարողանա մեկնել այն երիտասարդները, ովքեր չեն օգտվել զորակոչի տարեկետման իրավունքից։ Значит, я приветствую наших телезрителей и хотел бы оповестить нашу общественность о начале осеннего призыва. Значит, по постановлению правительства от 14 августа 2023 года за номером 300 объявлен осенний призыв. В соответствии с этим постановлением, значит, будут призваны граждане Грузии от 18-летнего возраста до 27 лет, которые не освобождены от обязательной военной службы и не пользуются отсрочкой от срочной службы. Значит, осенний призыв начинается 21 августа, то бишь сегодня, и продлится до 27 декабря включительно. Что касается текущей работы, в настоящее время военной службы проводится, значит, активная работа по составлению именных списков, по составлению списков и тех лиц, которые будут призваны в период осеннего призыва. Также, значит, составляются повестки. Адресно будут повестки распределены после того, как мы получим от мобилизационного департамента план-график, по которому мы будем работать. План-график пока мы не получили, получим позднее, на сегодня, завтра мы ждем. И строго по этому плану-графику мы будем работать. И строго в соответствии с постановлением правительства за номером 300. Что касается сроков службы, по срокам службы никаких изменений нет. Значит, обязательная военная срочная служба в Грузии длится 12 месяцев, то есть год. Основные те, значит, основания, по которым ребята брали отсрочки, остались неизменными. То есть человек может получить отсрочку, внеся платеж 2000 лари, получив 18-месячную отсрочку. Этот вид отсрочки он может получить два раза до достижения 25-летнего возраста и так далее. Значит, льготы также касаются священников, значит, сельских учителей, сельских врачей. Отсрочить можно тоже, значит, срочную службу по состоянию здоровья. Либо, если призывник находится под следствием, либо является школьником. И так далее. Ну, у нас в соответствии с законом о, значит, военной службе и военной обязанности, статья 30, там 17 оснований, по которому, значит, призывники берут отсрочку. Это я сказал основные основания, по которым призывники получают отсрочку.